X5 Диалог, друзья, это не только возможность познакомиться с участниками, но и воочию визуализировать себе тех людей, которые доставляют шикарнейший продукт к вам на стол, к нам на стол, в общем, ко всем. Человек и кетчуп в одном лице, не побоюсь этого слова, представитель компании Kraft Heinz Антон Гурьев прямо сейчас возле меня. Антон, расскажите, что там у кетчупа Heinz и у соусов вместе с X5, какие перспективы? На самом деле перспектив очень много. Мы совместно работаем над категорией в целом. Мы лидеры в категории, как и кетчуп, вы сказали, и соусы. И, конечно, наша задача не просто там растить какую-то свою долю, а все-таки учить людей, почему кушать Heinz, почему кушать кетчуп, соусы, приобщать к разным интересным вкусам. Ну, то есть мы работаем совместно с клиентом, как раз-таки с X5, над улучшением всей категории. Ну, вашей продукции на прилавках действительно много, и почему же нужно кушать Heinz? Потому что мы вкусные. Это... Мы делаем нашу жизнь вкуснее. Это, безусловно, нельзя с этим не согласиться. Расскажите по поводу конференции. Что сегодня уже удалось узнать, какой информацией с вами поделились, которая для вас вот особенно важна? Вы знаете, самое главное, это то, что я теперь четко понимаю, куда движется X5, какие фокусы. То есть с точки зрения интернет-торговли, СТМ, развития магазинов. То есть это все очень важно. Мы будем выстраивать диалог с клиентом как раз на основе этих фокусов. Эта стратегия, которую сегодня озвучивают, она какая-то кардинально новая или все-таки один выбранный курс, и вот X5 его придерживается? Да я думаю, что как раз курс, которого они придерживаются. То есть у меня все очень четко в голове осело, ничего нового нету, просто обозначили фокусы, куда компания движется, и мне все понравилось. Расскажите о вашем сотрудничестве с X5, какие успешные проекты уже были реализованы? Достаточно сложно сказать, выбрать что-то одно, я хочу сказать, но... У нас очень успешный запуск, допустим, майонеза произошел не так давно. То есть мы с партнером действительно работали над успешным выводом на рынок этого продукта, как пример. Ну, а в целом мы показываем отличный результат совместно в категории. Если говорить о ваших планах на 2022 год относительно ритейла, относительно коллаборации с X5, уже есть намеченный путь, куда, что и сколько? Ну, куда и что, да, наверное, сколько сложнее. То есть мы, конечно же, будем выводить новые продукты, новые сезонные какие-то предложения на рынок. То есть это все увидите, попробуйте. Конечно, большая тема, как сегодня было слышно из зала, это логистика. Мы хотим работать совместно с X5 по оптимизации, по вин-вин проектам в логистике. Ну, наверное, вот вкратце так. То есть новые запуски, интересные вкусы и логистика. Конференция сегодняшняя ваши ожидания оправдала или пока еще рано об этом говорить? Пока еще рано, потому что, конечно, на текущий момент все оправдало, но сейчас очень хочу попасть на круглый стол, послушать, пойду на доступность товара, но потом очень с большим интересом посмотрю все из записи, оставшиеся круглые столы. Спасибо вам большое. Успехов. Спасибо.